Жизнь похожа на сон. Повсюду царит высший дух. Однако существует 5 видов демонов. Согласно легенде, правитель подземного мира находится в 10-м круге преисподней. На границе миров построена таверна Фушен, которая является перевалочным пунктом для душ тех, кто не умер естественной смертью. Заблудшие души попадают в руки Мэнпо. Мэнпо стала Мэн Саньян, стражем таверны Фушен от злых духов. Управлять таверной ей помогает Мао Шан. Таверна Фушен. Мэнпо готовит для душ со всего света свое вино. В него она добавляет слезы. Слезу скорби, слезу обиды, слезу сожаления, слезу несчастной любви и слезу печали. Злодеи пьют это вино в таверне Фушен, и это становится для них своего рода наказанием, ибо это вино желания. В них просыпается то влечение, которым они были одержимы при жизни. А после этого они отправляются на реинкарнацию. Хозяйка, это последнее на сегодня. Хорошо. Вы двое возвращаетесь. Симпатичная. Как ты умерла? Двойное самоубийство. Еще одна несчастная женщина. А знаешь, где ты очутилась? Я слышала, что после смерти люди отправляются в Байшитон. Там Танбайши препровождает их в загробный мир для подготовки к реинкарнации. Думаю, что я очутилась в этом месте. Ты права. Для вас, призраков и чудовищ, здесь может быть осуществлено последнее желание. Я бы предпочла забвение. Я не смогла бы сейчас оказаться рядом с тем, кого любила. Лучше уж мы встретимся в новой жизни. Лиу Чуан умер вместе со мной. Он попал в сансару. Лиу Чуан? Он не умер. Этого не может быть. Мы вместе отправились в Хуан Чуан. Я тебе сочувствую. Но ты сегодня единственная, принявшая смерть из-за любви. Этого не может быть. Как же так? Как он мог? Значит, мы не будем вместе после смерти? Это вино желания. Выпей его. Твое последнее желание из мира живых исполнится. Я не буду пить. Я должна дождаться его. Мэнпо, умоляю, разреши мне дождаться его здесь. Это невозможно, встань. Мэнпо, я сделаю все, что угодно. Если ты хочешь дождаться его, я не могу насильно отправлять тебя на реинкарнацию. Идем со мной. Мэнпо, где это мы? Это мост невозврата. Под ним течет река Ван Чуан. Люди, завершившие свои жизни, проходят по мосту. На том берегу их ждет реинкарнация. Если ты не хочешь перерождаться, тебе придется ждать 1000 лет.
Человек, которого ты будешь ожидать, может много раз пройти по этому мосту, но ты будешь только смотреть. Спустя 1000 лет у тебя получится вернуться к нему, и он вспомнит эту жизнь. Ты согласна? Да, я буду ждать его. Спасибо, Мэнпо. Да будет так. Вы пришли? Мэнпо, эти злодеи должны быть отправлены по дороге в ад. Хорошо. Вы свободны. Дэйе, позаботься о гостях. Иду, хозяйка. Брат, сегодня мне достался гнуснейший тип. Когда мы ушли, ты сказал, что он больше никому не причинит вреда. Это правда? Бэйштон, для этого он и оказался в таверне Фушен. Он проведет в преисподней достаточное количество времени. Да, ты прав. Хватит болтать, пойдем. Это вино желания. Выпей его, чтобы удовлетворить свою последнюю страсть. Оно было приготовлено специально для тебя. Выпей и отправляйся на реинкарнацию. О каком вине ты говоришь? Кто ты такая? Не дерзи. Ты слишком груб. Или хочешь, чтобы твоя душа исчезла? Исчезла? А ты сможешь ее уничтожить? Это будет очень жестоко. Мерзавец. Ты убивал людей. Преисподняя переполнена, но Господь милостив, ты будешь превращен в зверя. Как ты смеешь грубить здесь? Я свершу правосудие, твоя душа канет, тебе самой конец. Кто ты? Хозяйка, как ты? Нормально, это пустяк. Вы тоже не боитесь меня? Если вы готовы к реинкарнации, Санье не поглотит вас. Все считаешь, считаешь. Сколько у тебя денег? В этом месяце жалования не будет? Тогда я уйду. Большая голова, ты же видишь, последние месяцы дела идут плохо. Тебе нужно подождать. Чего подождать? Когда моя жена уйдет к другому? Большая голова, когда это ты успел жениться? Я не знала. Хозяйка, ты давно здесь? А что? Я не должна отчитываться перед тобой. Хозяйка, я не хотел обидеть. Молчи. Ты сказал, что твоя жена уйдет от тебя. Когда это ты женился? Почему мне не сказал?
Все не так. Я только познакомился с девушкой, но она прекрасна. Осталось накопить деньги на свадьбу. Неужели? Эта девушка слепая? Зато я не слепой. Если ты не болен, то это хорошо. Приходи ко мне позже, я одолжу тебе деньги. Ладно, мне пора возвращаться к готовке. Юнец. Хозяйка, у нас давно нет прибыли. Где ты найдешь деньги для большой головы? Если нет денег, то и выбора нет. Да. Я попрошу деньги у Ямы. Дела идут плохо. Много лет стабильности на земле. Злодеев все меньше. Я слышал, что Янь Ван отказал финансирование таверны. Он не посмеет. Если не станет таверной, то кто будет отправлять злодеев на реинкарнацию? Он спалит мост. Сложно быть хозяйкой. Нужно расширять свои владения. Это дорого стоит. Лучше полагаться на себя, чем на других. Давай что-нибудь придумаем. И что ж мы будем делать? Она. Лян Дае не работает в лавке. Пусть танцует, чтобы завлекать гостей. А получится? Да, конечно. Дэйем, хозяйка, садись. Ты не устала? Нет. Я в порядке. Угощайся, хозяйка. Хорошо. Ты нормально ешь, спишь, да? Хозяйка, что-то случилось? Нет, все хорошо. Просто я забочусь о тебе. Если все хорошо, я пойду на кухню. Подожди. Есть еще одно дело. Я знала, что-то случилось. Говори, если есть что сказать. Дэйе, ты уже давно служишь у меня. Времена сейчас трудные. Мы должны что-то придумать. В мире стало слишком спокойно, и у нас дела идут плохо. Хозяева преисподней сокращают расходы на нас. Хотя мы и не бедные, но ничего не можем поделать. Мы должны как-то выбираться сами. Ничего. Таверна по-прежнему наша, и есть немного денег на каждый день. Дэйе, послушай меня, сколько у нас клиентов? Если так продолжится, мы разоримся. Дэйе, я хочу, чтобы ты принесла жертву ради процветания таверны. Конечно, я согласна. Что угодно ради нашей таверны. Я на все согласна. Прошло 1000 лет. Лю Чуан, где же ты? Я частенько тайно отправляюсь на твои поиски. Почему же я не вижу тебя на мосту? Когда произойдет твоя реинкарнация?
Лю Чуан. Я ждала тебя 1000 лет. Я каждый день смотрела на людей, которые проходят по мосту. Как я хотела увидеть тебя среди них. Ты всегда был моей надеждой. Я думала дождаться. Дождаться тебя, твоей реинкарнации. Ради тебя я отказалась от своей реинкарнации и прислуживаю в таверне Фушен. Где же ты пропадаешь? Хозяйка говорит, с тех пор, как я поселилась здесь, вино Мэнпо стало еще сильнее горчить. Она не знает, что это из-за моих слез. Это они капают вино. Лю Чуан, где ты? Если ты остался жив, почему ты не приходишь? Если ты уже мертв, почему ты не попал в сансару? Ты видела своего возлюбленного? Прошла 1000 лет. Все обитатели Земли сделали полный круг по этому мосту. А ты так и не увидела его. Или ты его не узнала? Ждешь ли ты его по-прежнему? Исполни мою просьбу. Немедленно встань. Ты сама выбрала этот путь. Я здесь хозяйка. Но я не имею права вмешиваться в твои дела. Если хочешь ждать дальше, я не заставлю тебя реинкарнироваться. Спасибо, Мэнпо. Теперь я наконец-то поняла, почему бессмертным запрещено иметь желание. Да, но это же вечное одиночество. Нет, ничего не выйдет. Почему не выйдет? Если я сказала нет, значит нет. Сядь. Дайе, послушай меня. Думаешь, просто управлять таверной? Она не ест вкусную пищу, не носит дорогие наряды. А почему ты не хочешь принести жертву? Я знаю, что хозяйка добра ко мне, но я не смогу надеть это платье. Я сказал хозяйке, зачем ты заботишься о всех этих людях? Живи и думай о себе. Ведь никто. Ладно. Ты согласна?
Только не говори мне, что делать. Я сама решу. Ты сказала, что провела здесь 1000 лет. Через что ты прошла? Не болтай глупости, или я тебя убью. Да, верю. Да. Прошла 1000 лет. Я все еще здесь. Жива. Да, Ем. Тебе страшно? Пока ты со мной. Я ничего не боюсь. Прости. Не говори так. Это из-за меня? Ты только что пришел в этот мир. Если нам не суждено быть вместе, значит, мы увидимся в другой жизни. Тогда мы снова встретимся. Да. Конечно. Я не забуду тебя. Мы поженимся в следующей жизни. Где они? Хозяйка ушла. Да ей одевается, скоро будет. Она переодевается? Ничего хорошего, она ни на что не годится. Я думаю, да ей вполне мила. Нежная, добродетельная, щедрая. Да? Забыла, что говорил мне раньше. А что я говорил? Ты говорил, что смотреть не на что. Ты, должно быть, забыл. Я такого не говорил. Ну ты даешь. Сказал и не признаешься. Мужчина не должен отказываться от своих слов. Не так ли? Какой-то холодок сзади. Помочь тебе согреться. Дэйя, ты когда подошла? Только что. Ты слышала, о чем я говорил? О чем ты говорил? Я не это имел в виду. Ты же знаешь. Ты сказал, что ты мужчина. Почему же ты юлишь перед девушкой? Я мужчина, я не обманщик, но нужно быть гибким. Как говорится, праведная месть срока не имеет. Что? Ты все еще хочешь отомстить? Нет. Я не это имел в виду. У меня бы все равно не хватило смелости. Ладно, ладно. Я хочу есть. Дай мне миску лапши. Хорошо. Погоди, чуток. Я мигом. Большая голова. Ты же назвал себя мужчиной. Я гибкий. И не такой предатель, как ты. Да я. Ты очень красива в этом наряде.
А мне казалось, ты говорил, что смотреть не на что. Не слушай большую голову. Он сплетник. Не знаю, так ли это. Пойми меня правильно. Я точно не сплетник. Это таверна Фушен. Сегодня здесь снижены цены. Проходите, уважаемый. Мао, неплохая идея. Сегодня гостей больше, чем за два предыдущих дня. Думаю, это хорошо. Скоро дела пойдут еще лучше, если Дэйе поступит по-моему. Что ты задумал? Я хочу, чтобы она танцевала. Как тебе идея? Не смотри на меня так. Мне страшно. Тебе страшно? Конечно, не стоит поливать других помоями. Дэйе, хозяйка? Кое-кто хочет прибрать таверну к рукам. Ты очень красивая. Не дай себя обмануть дурным людям. Спасибо, хозяйка. Дэйе, Лиу Чэна так и не видела. Как говорит большая голова, мужчины падки на это дело. Ты о чем? Подумай. Большая голова стосковался по любви. Копит деньги на свадьбу. Хозяйка, ты спишь? Еще нет. Иди сюда. Хорошо. Хозяйка, где ты была? Тебе не понять, Дэйе. Я могу быть Мэнпо, но каждый день я испытываю сильные уколы. Невидимые иглы жалят мое сердце. И только во тьме ночи я могу извлекать эти иглы одну за другой. Дэйе, я посланница преисподней. Прошло уже много лет. Мир любви становится все печальнее на земле и за ее пределами. Я несчастна. Значит, бессмертные тоже несчастны. Почему же ради бессмертия люди отвергают 7 эмоций и 6 желаний? Сядь сюда. Пока ты не появилась на берегу реки Ванчуан, я была одна на мосту, а мне не с кем было поговорить. Хозяйка, ты сказала мне, что придется ждать 1000 лет. Мимо меня уже прошли все земные души, но я так и не увидела Лео Чуана. Дэйе, хватит его ждать. Нам хорошо вместе. Ты все еще хочешь получить новую жизнь, новые страдания? Хозяйка, я... Я завидую тебе. Ты не такая, как я. Ты родилась не в Хуанчуане. Ты не жила в преисподней. Хозяйка, я знаю, ты встретишь того, кто заставит твое сердце биться быстрее. Дэйе, ты когда-нибудь думала о том, что никогда не сможешь найти его в 6 царствах перерождения? Хозяйка, о чем ты говоришь? Ты должна знать. Люди... Призраки, злые духи.
Всякая душа после смерти попадает в преисподнюю. Ты ждала 1000 лет и не дождалась. Может быть, что может быть? Может быть, его больше нет в третьем мире? Нет. Он не мог кануть в небытие. У врат третьего мира. Он один. А ждет у входа. Если я не смогу найти его, я буду ждать до скончания времен. 1000 лет возле реки Ванчуан. Снова и снова я буду ждать его реинкарнации. Я увижу его спустя 1000 лет. Я буду ждать, пока преисподняя не опустеет, пока Будда не приберет землю. Я буду ждать его в таверне Фушен. Он придет за мной. Он не бросит меня. Куда мы идем? Домой. Но мой дом не здесь. Вы плохие люди. Хуан, ты уже умер. Где я? Где хозяйка? Она скоро придет. Она на мосту. Иди, малыш. Пойдем. Подожди. В прошлый раз ты обещала дать мне румяна. Хорошо, дам завтра. Не забудь. Мальчик, как ты умер? Не знаю. Я помню, что какой-то человек привел меня в очень темную комнату. Там были дети, такие же, как я. Не плачьте. Это дело не для человека. Остался всего один. Мальчик, ты знаешь, где здесь можно вкусно поесть? Знаю, я могу показать. Умница, как тебя зовут? Меня зовут Хуан, я живу с мамой. Задание выполнено. И хватит хозяину на месяц опытов. Бедняжка. Вот. Выпей чашу вина. И я провожу тебя. Мама запрещает мне пить вино. Хуан. Ты уже умер. Выпей. Исполни свое последнее желание. И мы пойдем. Сестра, ты можешь спасти тех детей? Я не хочу, чтобы они тоже умерли. Они еще живы.
Их близкие печалятся. Не понимаю. Ты такой маленький, но у тебя очень доброе сердце. Ты иди, а мы спасем тех детей. Я хочу увидеть маму. Ступай. Твое желание исполнится. Ты увидишь маму. Какой хороший ребенок. Такова судьба. А почему ты не узнал, где находятся те дети? Давай поможем им спастись. Подожди, я открою алтарь. Не знаю, что стало с Хуаном. Хуан, где же ты? Носишь ли ты одежду, которую сшила твоя мама? Мама, мама. Мама, почему ты не ешь? Мама, ты совсем не поела. Мама. Мама. Это моя вина. Я плохо смотрела за ним. Где же он сейчас? Я скучаю, мама. Мама, почему ты не разговариваешь со мной? Где же ты? Мама, я даю тебе поесть. Все остывает. Поужинай, мама. Хуан, я плохо о тебе заботилась. Это я во всем виновата. Не знаю, жить ли мне дальше. Мама, я тебя ни в чем не виню. Мама, ты тоже скучаешь по мне? Я по тебе скучаю. Я хочу домой, но мне пора уходить. Господь, я воскурил благовоние. Пусть Лео Дин и Лео Ча покинут небеса и спустятся на землю. Я попросил Лео Дина и Лео Ча. Они отведут их домой. Не знала, что ты так умеешь. Что это значит? Я единственный владею навыками Маошана. А как быть с их похитителем? Для этого у нас недостаточно сил.
Единственное, что я могу сделать, доставить детей домой. Но это не решит проблему. Все может повториться. Тот мир не подвластен нам. В нем царит карма. Доступна ли сансара для тех, кто творит зло? И добро, и зло получат по заслугам. Все будет расставлено по своим местам. Где они? Кто посмел? Ну, я ему покажу. Господа, угощайтесь. Приятного аппетита. Посмотри на большую голову. Что это с ним сегодня? Спорим, он нашел золото. Глупости. Да, я очень жадный человек, но... Тогда почему ты так себя ведешь? Хочешь знать? Да. Я тебе не скажу. Нравится угощение? Ладно, скажу. Я женюсь. Правда? Ты серьезно? Конечно, серьезно. А твоя невеста не слепая? У моей невесты зоркий глаз. Какие глупые вопросы ты задаешь? Это хорошее дело. Поздравляю. Спасибо. Приглашаю вас всех на свадьбу. Обязательно приходите. Конечно, придем. Какая разница, придете ли вы? Хотя, они должны принести деньги в подарок. Ты занимаешься этим практически каждый день. Не боишься, что когда-нибудь я заберу твою удачу? Все эти годы я воспитывал тебя, а ты так и не поняла. Животные могут быть хитры, но нет равных человеческой хитрости. Ты думаешь, я предоставлю тебе такую возможность? Ты практикуешь это всего 100 лет, а я уже съела сердца 99 мужчин. Ты мне не противник. Надеюсь на это. Хотя это неподходящее слово. Если бы ты убила меня, я бы не страдал. Не говори глупости. Учитель дома? Старик медитирует. Когда-нибудь я покажу тебе. Учитель, беда. Разве я не учил тебя? Сохраняй спокойствие при любых обстоятельствах. Прости, я это запомню. В чем дело, говори. Дети сбежали. Как? А ты на что? Прости, учитель. Ты кусок дерьма. Не можешь похитить даже пару детей. Учитель, я с тобой много лет. А ты мне так и не доверяешь. Кто-то вредит нам. Кто-то колдовал. Учитель, кто осмелился пойти против нас? Таверна Фушен. Я отправлюсь туда. Не надо. Одним больше, одним меньше.
Мне больше не нужны обычные дети. Мне нужно по 9 чистых детей инь и янь. Да, учитель. Большая голова. Чего это ты так вырядился? Мяу-мяу позвала меня на свидание. Кто это мяу-мяу? У меня первое свидание, но скоро она станет моей женой. Подожди меня. Большая голова, иди-ка сюда. Возьми вот это. Я вижу, у тебя лоб почернел. Сегодня с тобой может случиться что-то нехорошее. Будь осторожен. Не пугай меня. Я наконец-то нашел девушку. Я единственный сын. Если со мной что-нибудь случится, семейное древо будет срублено. Пока этот амулет будет на тебе, с тобой ничего не случится. Правда? Да, ступай. Я пойду. А где большая голова? Он ушел на свидание. Зачем он тебе? Так просто? Хотела дать ему денег? Не стоит. У него все равно ничего не выйдет. Откуда ты знаешь? А кто я, по-твоему? Непростой человек. Я потомок Маошана. А если потомок Маошана говорит о чем-то, так оно и будет. Ладно. Присматривай за таверной. У нас заканчивается вино. Пойду приготовлю побольше. Хозяйка, пока. Как же я устала. Куда подевался большая голова? Он пошел на свидание. Наверное, милуются сейчас. Противоположный пол. Это по-людски. Не говори так. Он хороший парень. Ему повезло найти девушку. А почему у тебя никого нет? У меня... Я... Почему? Я тебе не скажу. Не больно хотелось знать. А ты? Почему никого не ищешь? Я не такая, как ты. Я жду одного человека. Откуда тебе знать? Может быть, я тоже жду. Но не судьба. Отлично. Прости, я заставил тебя ждать. Вот, держи. Очень красивые цветы. Ты настоящий романтик. Рад, что они тебе понравились. У меня закружилась голова. Ты заболела? Не знаю. Думаю, не выспалась. Отведи меня домой. Хорошо. Учитель. Мяу-мяу не уважает тебя. Почему ты ее не прогонишь? Ты ничего не знаешь. Она мне пригодится. Обычная кошка-демон. Какой от нее прок? Разве простой человек может понять мой замысел? Некоторые вещи тебе и не следует знать. Понимаю. Брат, большая голова, вот тут я живу.
Мяу-мяу, у тебя красиво. Фонари большие. Мяу-мяу. Уже поздно. Тебе лучше лечь спать, а я пойду домой. Не спеши, большая голова. И спей воды на дорогу, хорошо? Я хотел пить. Что-то в жар бросило. Мне плохо. Пойду-ка я домой. Брат, большая голова. Ты... Брат, большая голова. Это защитит тебя, но ненадолго. Сегодня же ты умрешь. Беда, с ним что-то случилось. Ты куда? Оставайся здесь, что-то случилось большой головой. Что? Некогда болтать, я поспешу ему на выручку. Что такое? Посмотрим, как ты устоишь против этого. Изыди, демон. Кто ты такой? Тот, кто покорит тебя. Какой ты дерзкий. Ты умрешь, если не раскаешься. Думаешь, я тебя боюсь? Демон, измени форму. Отправляйся на небеса. Большая голова, очнись. Мао, в чем дело? Как ты тут очутился? Ты до сих пор одержим. Она кошка-демон. Она моя невеста. Она хотела сожрать тебя. Нет. Даже если она кошка-демон, умоляю, не трогай ее. Посмотри, какая она слабая. Тебе что, жить надоело? Не надо с ней связываться. Почему ты спас меня? Как только увидел тебя, я остолбенел. Посмотрел тебе в глаза, и неожиданно ты ответила мне взглядом. У меня сердце понеслось вскачь. Я понял, что искал именно тебя. Ты такой дурак. Я собиралась съесть твое сердце, а ты спас меня. Ты первый мужчина, который меня не испугался. Жаль, что мы разные. Береги себя в будущем. Кто? Учитель, что случилось? Мяу-мяу, мертва. Мяу-мяу? Она хороший боец. Здесь никто перед ней не устоит. Таверна Фушен. Должно быть, они. Поскольку вы помешали мне стать бессмертным, я утащу вас вместе с собой на тот свет. Идиот! Какой идиот? Кто тебя обидел? Ты же пошел спасать большую голову. Он мертв?
Он рыдает над трупом демона. Какого демона? Он влюбился в кошку демона. Я поразил ее громом. Зачем такая жестокость? Господь милостив, зачем ты убиваешь? Наш долг — уничтожать демонов. Кроме того, я спас большую голову. Почему ты ругаешь меня? Не хочу с тобой разговаривать. Скажи мне, что происходит? Учитель, кто это? Это демон, Али Учуан. Его тело умерло из-за женщины. Он все забыл. 1000 лет назад мой учитель послал меня обмануть богов и завладеть его душой. Он превратил его в младшего демона, чтобы охранять наш род. А какой от него прок? 4000 лет я изучал плененных демонов и призраков, чтобы создать его. Он был обычным демоном. Но мы днем и ночью читали заклинания. Его тело было облагорожено учением 10 великих отцов. Он боец волшебного воинства. Волшебного? Он бог или демон? Неважно, бог он или демон, пока он работает на меня. А злой дух, пришедший издалека, помоги мне. Да пойдет кровавый дождь. Отправляйся в таверну Фушенг и убей там всех. Есть. У Мэнпо доброе вино. Мы торопимся. Куда это вы торопитесь? Побыстрее реинкарнироваться? Мир сложен. Мы спешим вернуться. Вы глупцы, каких свет не видывал. Испив вина, вы ничего не вспомните. Но не думайте об этом. Какое у вас последнее желание? Я хочу домой. Я не хочу реинкарнироваться. Мне жаль многих людей, которые остались в мире. Я не могу забыть их. Я хочу домой. Слушайся, Мэнпо, и ты будешь свободен. Ладно, хватит болтать. Держи. Пей и проваливай. Дай ему глоток. Что со мной сегодня? Хорошо, что старик Мао остался в таверне. Ну что? Идите. Учитель, я был неправ. Мы закрыты. Злобный дух? Кто ты? Что тебе здесь нужно? Что ты здесь делаешь? Ли Учуан, это ты? Это я, да я. Я ждала тебя 1000 лет. Наконец-то. Оставьте небеса и сойдите на землю. Лю Дин и Лю Ча. Что с тобой стало? Помоги мне творить заклинание. Мао, Али Учуан больше не принадлежит шести царствам. Мы бессильны. Слушай меня. Помоги мне творить заклинание. Небесный гром. Ли Учуан. Очнись, Ли Учуан. Ради тебя я отказалась от реинкарнации. Была прислугой в таверне Фушен. Я ждала тебя 1000 лет. Что происходит?
где ты был все эти годы? Что ты выстрадал? Мао, ты можешь расколдовать его? Я умоляю тебя. Да, я могу. Так в чем же дело? Нужно использовать живую душу в качестве приманки. Возьми мою. Нет. Ты ждала тысячу лет, ты все еще в третьем царстве. Это не важно. Я ждала возвращения Лиу Чуана. Мы вместе уйдем в Сансару. Нет, я уничтожу его. Не смей, так нельзя. Умереть вместе с Лиу Чуаном. Я мечтала об этом тысячу лет. Не разрушай мою мечту. Так нельзя. Лиу Чуан. Семь душ возрождаются в круге вины. Я расколдовываю тебя. Лиу Чуан. Это из-за меня? Ты только что пришел в этот мир. Если нам не суждено быть вместе, значит, мы увидимся в другой жизни. Мы снова встретимся. Да. Конечно. Я тебя не забуду. Мы поженимся в следующей жизни. Это ты, да я? Да. Ты переродился. А как же я? Выпейте вино, и вы переродитесь. Спасибо за помощь, хозяйка. Я много лет знала тебя. Я не могу видеть твой уход. Ну все, давайте. Госпожа Саньян. Саньян. Уходите. Спасибо, госпожа Саньян, за все эти годы. Я благодарю тебя. Ступайте.
Откуда эта кошка? Она моя. Твоя? С каких это пор? Это моя судьба. Я начал верить в судьбу. Она сама пришла ко мне. Я чувствую, что должен взять ее. Ладно. Как ее зовут? Мяу-мяу. Мяу-мяу. Хорошая девочка. Придется держать ее всю жизнь. Буддийская космология когда-нибудь тихо умрет. Но эта история навсегда останется в вашей и моей памяти. Время течет. Наши жизни коротки, как фейерверк, как облака в небе. Их уносит ветер. В мире сансары время летит, и любовь никогда не заканчивается. Это круг жизни. Мэнпо, Дайе переродилась, вода в реке стала сладкой. Мэнпо, пришел учитель Янь. Что делать? Хорошо. Вы можете идти. Yeah.